Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 22 сентября по 27. Ну что, поехали! За первое испытание можно получить 3 призовых игры. Чтобы его выполнить, необходимо завершить гонку 1 на 1 на автомобиле Quartz Regalia. Этот автомобиль раздавали бесплатно 1 августа. И если вам не удалось это сделать, то можно выкупить его за 275 тысяч кредитов на аукционе. За второе испытание можно получить 200 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, необходимо продемонстрировать технику сквозь игольное ушко 20 раз на автомобилях марки Ferrari. Для выполнения техники необходимо как можно ближе пролетать мимо проезжающих автомобилей. За третье испытание можно получить 120 тысяч кредитов и 80 тысяч опыта. Чтобы его выполнить, необходимо заработать 3 звезды за 3 полицейских радара. Для этого вам понадобится автомобиль Lamborghini Centenario. К сожалению, я не успел выкупить этот автомобиль, так как думал, что он уже есть у меня в гараже. Ну а на аукционе самая минимальная цена выкупа 2 миллиона 600 тысяч. Последним испытанием будет завершить 3 гонки на игровой площадке на автомобиле Mini. Достаточно создать гонку типа Virus в режиме совместной сетевой гонки. Ну а приз за данное испытание — автомобиль John Mini Cooper Work JP с бонусом на технике. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Не забудь подписаться на канал и удачи с выполнением заданий.